Всем привет! Меня зовут Марина, а вы на канале Music Market. Сегодня в наш видеообзор снова попало цифровое пианино китайской компании Nux. Но на этот раз речь пойдет про корпусный инструмент, притом один из самых бюджетных среди всех корпусных цифровых пианино, представленных на рынке. Итак, передо мной модель Nux WK400, и прямо сейчас мы узнаем, достойна ли она того, чтобы стать любимым объектом домашнего музицирования. Начнем мы, пожалуй, с внешнего вида. Ведь в отличие от переносного пианино, которое в любой момент можно переставить или вовсе спрятать в шкаф, корпусный инструмент становится полноценной составляющей интерьера, с которой придется считаться. WK400 имеет весьма традиционный и притом минималистичный дизайн. Выполнен инструмент из пластика, стилизованного под черное дерево, а классические элементы подчеркивает красная ткань за клавишами и вокруг педалей. Это далеко не самая компактная модель, однако в любом случае она гораздо более мобильна в сравнении с акустическим фортепиано. Весит WK400 46 кг. Одно из важных преимуществ корпусных цифровых пианино – это крышка, закрывающая клавиатуру. Она защищает клавиши как от попадания и скопления пыли и грязи, так и от механических повреждений или случайно пролитого кофе. В данной модели крышка выдвижная. Отдельно хочу отметить, что в случае необходимости пюпитр можно убрать, а используемые для занятий наушники повесить на специальный держатель. Если в наушниках вы в принципе не играете, то держатель к инструменту можно не прикручивать. WK400 — полновзвешенная полноразмерная клавиатура с имитацией градуированной молоточковой механики. Пластиковые клавиши имеют 3 уровня чувствительности, а в случае необходимости чувствительность можно вообще убрать. Хочу отметить, что клавиши в этой модели матовые и на ощупь очень приятные. За звучание инструмента отвечает звуковой движок Dream DSP. При этом тембр рояля имеет 5 уровней стереосэмплирования, записанных на разной динамике. Всего в WK400 128 тембров различных инструментов, чего обычно не встретишь в цифровом пианино. Тут есть все виды клавишных, струнных, духовых, этнических инструментов, перкуссия, различные синтезированные звуки и даже ударная установка. Да и голосов полифонии в этой модели больше, чем у многих аналогов. Целых 80. Для того, чтобы сделать звучание того или иного тембра более живым, можно воспользоваться встроенными эффектами обработки, реверберацией и хорусом. Если и этого вам покажется мало, вы сможете совместить два выбранных тембра, функция Dual Voice, а также разделить клавиатуру на две части, Dual Keyboard, задав каждый из них свой тембр или воспользовавшись одним из имеющихся пресетов, Split Keyboard. В пианино есть 52 встроенные демо-композиции, а также возможность записи собственного исполнения во встроенную память. Один трек объемом до 48 тысяч нот. Из дополнительных функций предусмотрен встроенный метроном с настраиваемым темпом и количеством долей в такте и транспонирование на любой интервал в пределах одной октавы вниз и вверх. Интерфейс Nux WK400 достаточно прост. Все органы управления расположены слева от клавиатуры, тут же находится светодиодный дисплей, который упрощает навигацию по большому количеству тембров. Основные функции назначены на кнопки, а дополнительные настройки осуществляются с помощью одновременного нажатия одной из кнопок и одной из клавиш. Снизу корпуса инструмента находятся все разъемы. Это вход для адаптера питания, разъем USB Type-B, позволяющий подключать пианино к компьютеру и использовать его в качестве MIDI-клавиатуры, а также линейный вход и линейный выход с парой разъемов RCA. Выход на наушники с разъемом джек, правда, расположен он не очень удачно, и вход для педали.
И да, я еще не акцентировала на этом внимание. В WK-400, как и во всех других корпусных инструментах, есть все три педали, которые обычно встречаются в акустическом фортепиано. Sustain – правая, Soft – левая и Damper – средняя. Ну и последнее, что стоит упомянуть, это мощность. Двух усилителей по 10 Вт более чем достаточно для домашних занятий. А теперь самое время подвести итог. Если вы ищете именно корпусное цифровое пианино, но при этом ограничены в бюджете, то NUX WK-400 может стать вполне неплохим вариантом. Клавиатура в этой модели достаточно приятная, пальцы не скользят, а клавиши зажимаются с должным усилием. Благодаря этому инструмент можно рассматривать как для самостоятельного обучения, так и для занятий в музыкальной школе. Что же касается звучания, то тут могу поделиться лишь собственным субъективным мнением. В нижнем и среднем регистрах инструмент звучит достаточно насыщенно, а при игре с уверенной атакой создается впечатление, что под крышкой находятся настоящие молоточки и струны. Низкие частоты не сильно гудят, что не может не радовать, так как у большинства бюджетных пианино с этим проблемы. А вот звучание нот в верхнем регистре лично мне кажется глуховатым и тусклым, как будто чего-то не хватает. Приходится прилагать дополнительные усилия для извлечения звука, но все равно кажется не тем, каким должен быть. Но звучание, как известно, штука крайне субъективная, поэтому лучше всего ориентироваться исключительно на собственные ощущения. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если видео было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и не забывайте писать в комментариях обзоры, каких инструментов вам бы хотелось увидеть. Всем пока и до встречи на канале Music Market.